Всем привет, друзья, с вами Inferno The Best, и мы сегодня попробуем пройти еще раз Mortal Kombat в том же самом режиме, но с другим персонажем. В прошлый раз, буквально позавчера, я брал на выбирал игрока Найтвулфа, Ночного Волка. И как я уже говорил, мне все равно, кем играть. Я могу даже спокойно взять наугад, но... Если мне выпадет какая-то Синдел или Шива, допустим, то я этому не очень обрадуюсь, потому что я хоть и умею ими играть, но ими скучновато играть, по правде говоря. Вот поэтому... Поэтому я сегодня возьму Сектора. Сектора, а костюмчик я ему возьму, как с Mortal Kombat 3. На приставке, кто играл, тот сразу поймет. Так, как всегда, на эксперте. Будем рвать челюсти. Так, первая Шива. Ну, посмотрим, на что ты годишься. Так, я думаю, что вы уже все стейдж фаталити тут, наверное, прекрасно знаете, какие фаталити... Основные фаталити каждого персонажа. А давайте будем вот что делать. Стремиться делать байбалити. Для этого нам нельзя блокировать удары противника. Попробуем. Попробуем. Но это будет нелегко. О, отлично, она уже первые шаги использует свой брекер. Это ее была ошибкой. Че, сука, ты хотела? Лови, блядь. Не ожидала, да? А вот так. Куда ты там хотела? Так, первый раунд за нами. И почти как Flawless Victory. Вот так. Ой, блядь! Ненавижу вот эти вот ее приемы. Ну все, теперь чистой победы мне не видать. И кстати, моя основная задача увидеть все-таки здесь Дэна Фордена. Чувачка, который высакивает на апперкотах. Вот типа на таких. Но хрен здесь. Так, я не помню, как здесь делать байбалити. У каждого персонажа все такое, что знаю, так фаталити. Поэтому придется подглянуть. Так, байбалити. Так, это значит, все байбалити у каждого персонажа делается только на расстоянии прыжка. Значит, отпрыгнуть от нее. Назад, вниз, вниз, вниз. И пинок назад. Ну, хорошо, сейчас попробуем. Надеюсь, выйдет. Получилось! Ну, давайте посмотрим. Вот так, давай, 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 давай. Да что ж ты плачешь? Громче надо плакать. Так, Кибер Саб-Зиро наш следующий противник. Да, и довольно-таки мрачной базе будем драться. О, яма плоти, насколько я помню. Локация называется. Не такой уж ты и страшный. А я тебе сейчас покажу. Кибербитва. Так, вот это я зря сделал. Мне блок нельзя нажимать. О, попался на пари. Да. Уходи отсюда. Так, если ты заблочил, я тебя переверну. О, красиво. Сам в шоке. На X-Ray лови, есть! Вот это он сам смачно подлез под него. Давай, молодец. Ну это было просто, согласитесь. И это еще называется экспертом, да? Только ты, Игорек, попробуй сыграть в онлайн битве. Там тебя порвут как сынка. Ах ты ж падла. Вот сейчас бы мне блок пригодился, но я договорился. Только байбалити. Блин, заблочил, когда ты успел это сделать, а? Давай еще. Молодец, давай еще. Вот это было круто.
Да. Лови ракету. Так, я еще помню, как это делается. Назад, вниз, вниз, вниз. Пинок назад. О, отлично. О. Ой-ой. Ох, бедняга. Капец, как для ребенка это слишком жестоко. Кенши. Третий противник. Ух, блин, ребята, как же здесь у меня в хате-то холодно. Отопление очень-то слабое. Еще этот Саб-Зиро был на душу. Сразу почувствовал его страдания холодные, когда он заморозился. Да еще и ребенком. Ну давай, давай, давай. Использовал усиление и тут же промазал им. Падла. На! Так, мне эту... Ни хрена себе! Кенши, пошел ты в жопу, а? На! Сдача, блядь. Так, положили пока на некоторое время. Вот этим приемом он меня вечно бесит. О, слава богу, хоть не отбил этот раз. Есть. Неплохо, неплохо. Но с каждым шагом противники все злее и злее попадаются. Вот сейчас бы реально, вот этого чувачка, сколько я уже апперкотов сделал. Ну где этот? Вот мне его сейчас реально не хватает. Ты шо, дядя, вот это ты загострил. А теперь моя очередь. Ну как тебе, а? Сидеть. Байбалите гарантированно. О, да ты такой лох, что тебя даже собственный меч не слушается. На. Все, догоняй, шо ты? Или этот меч прямо ко мне полетел. Понял, что такой нубский хозяин у него был. Люкан. Так. Здесь зона Stage Fatality, но правда я... Мы уже договорились, что я не буду делать Fatality, уже все знают его. Мы продолжаем охотиться на Байбалити. Show me what you can do. Покажи, что ты умеешь. Ну? Лучше бы ты этого не говорил, я тебе говорю. Опа, а я присел. Ты со своим велосипедом меня не терроризируй. О, а я уже даже... О, ох ты. Давай, иди ко мне, иди. Ох ты ж, сука. Еще хочешь? О, я понял, я понял. На! А ты понял? Как же с вами все просто. Блять, иди ко мне, а не по мне, блять. Есть. Раунд 2. Да, это было. Это уже посложнее стоит, как я и думал. Ах ты ж падла. А вот нехуй на меня прыгать. На. А ну на, самонаводящая. Красиво вышло, согласен. Давай еще. Ну как хочешь. Ну что, байбалить я вроде не блокировал как бы, да? Получилось! Это было ржачно! Я даже не буду копировать этот смех. Этого было предостаточно. Сайрекс, следующий противник. Зона Stage of Fatality. I will show no mercy. Безопасность отключена.
Типа, боевой режим включен. Ну давай. Покажи мне свой боевой режим. Хотя должен признать, Cyrex хорошо умеет драться здесь. Особенно, когда ты на него налетаешь. Прыгать на него здесь лучше не надо. Ну и он на меня, сука, прыгает. Ох ты ж падла! Вот это ты меня развел красиво, как лоха, согласен. О, я же говорил, что он здесь. Не попал. Да охренеть, блин, что ж такое? Моя очередь. Что ты будешь делать? Опа! Ребята, я походу заблочил. Боюсь, что здесь байбалить уже не удастся. Я заблочил сетку. Значит, байбалить здесь уже явно не удастся. Сам виноват, признаюсь. А, ну я даже проверю на всякий случай. Считалось ли это? Да. Ладно. Как делается у него стейдж? По-моему, вперед, вниз, вперед и блок. А ну я сейчас попробую. Ну как-то так, да. Так, опять это слоумо. Мне это уже опять не нравится. Fatality. Да, вот это было эпично. Но обидно. Лучше бы я на нем байбалити сделал. Китана, следующий противник. Да. Постараюсь хоть здесь не протупить. Ладно, неважно, пропускаем эти диалоги. Ну так я стандартно владею сектором. Я знаю, что всякие задроты получше играют, чем я им. Да и вообще в Mortal Kombat. Это я пока так. Тем более, когда мне еще слоумо, это как бы даже на эксперте это считается как облегчением. Проваливай, давай еще. Давай, молодец. Еще будешь? Блять, вот это мне нравится такой стиль ее боя. Типа пробуждение делать, так это... Просто перелетать. Ну вот и получай себе. О, заблочила, когда ты успела? Сука ты... На. Не ожидала, да? Давай на меня. Принцесса Китана. Ну это херня. То, что я делаю. Оу! Это слава богу, что я не заблочил. Я уже тупо блок нажал, и слава богу, что он не сработал. А! Ах ты ж! Да ладно! На! Ох, красиво это было! Ну и получай. Байбалити, мое обещанное. О. Да, это повезло, что эти веера не упали на нее, вот так вот, а именно возле. Иначе это было жестоко. Скорпион. Я уже не помню, как ты в ребенка превращаешься, так что для тебя у меня будет особый сюрприз. Но если играть против Скорпиона, то и не блокировать против него тактика, это будет очень тяжелая. Потому что эти его телепортации, это что-то будет. Так что попробуем как-то... О! Неплохо начал, неплохо.
За! И сколько это взяло? 42%, друзья! Вот это рекорд, поздравьте меня! Я еще так никогда не нагибал никого, блять! Сейчас, по-моему, меня нагибут! Сука! Да ну ладно! Это еще лучше, чем X-Ray был, по-любому! И всего я только потратил одно деление супершкалы! Блять, сука, ты меня уже заебал! Все, отдыхай. Да. Раунд 2. Напряженно было, согласен. Опа! Вот это было неожиданно, я отвечаю вам. Давай. Ой, а тут уже я протупил немного. Да, блять, твой гарпун. А, неплохо его. А-а-а! И он неплохо он меня. О! Я не блокировал! Не блокировал! Я должен сделать байбадити! Да, я это сделал! Посмотрим! Иди сюда! Это тоже одно из веселых байбадити! Бля, вот это он, конечно, слезы наделал. Обделался слезами. Шанг Цун. Ну-ну. Против него не блокировать тактика тоже херовая. Особенно, когда он пользуется спецприемом вытягивания душ. Your soul is mine. Типа воровка души. Раунд 1. Он же ж тогда и усиляется, соответственно. Вот это вот, блядь. Но он еще и усиленный сделал. Рептилию превратился. Падла. Может, в следующий раз я буду рептилией играть? Как вы думаете? Ой, да у... Это было прикольно. Видишь, хотел забрать, но не получилось. Ого. На. Неплохо сыграли, неплохо. Ну давай, X-Ray. Он пока превратился, я это все сделал. Это был... Я этим шансом воспользовался. В принципе, все верно. В Рейдена. А Рейден тоже тут неплохо так швыряется. Вот так, да. Блять, ну нахрена это сделал? Ой, блять, вот этого я и боялся. Ты ж тебе, сука, перкот сделал. Сука. Ёб твою мать. Прикиньте, он меня еще убьет. Я себе этого не прощу. На, блять. На! Сука, это ж как так, блять? Это невозможно! Ебать! Вот это было, бля, я вам отвечаю. Так, все, проигрывать мне нельзя! Я уже даже как-то начинаю заплевывать на байбалите. Лишь бы выжить. Это моя новая цель. На, уеба. Никогда не любил тебя. Блять, сука. На. На, сучка. И опять в рептилию. Ай, блядь. Мимо. Мимо, сука. На, блядь. Сука, заблочил. На. А ну, удастся ли мне байбалить и сделать? Удастся. О-о-о! Похвально. И заметьте, он ведь не заплакал. Нема чем заплакать. Это, по-моему, единственный персонаж, когда на него делаешь байбалити, и он не плачет. Кентаро. Ну-ну.
И вроде я читал там статью, чтобы сделать бойбазе на Кентару, достаточно не блокировать, опять-таки же, не блокировать, и прошлых, тех, кто был до нас, там, предыдущих противниках тоже, ну, сделать пару бойбазе там на кем-то. Но, блядь, не блокировать Кентару, это тоже не вариант. Это слишком тоже риск, блядь. Тем более у него есть такие атаки, которые не блокируются вообще. Блокировать нет смысла, имею в виду. Вот. Типа понюхай, да, блядь? А! Сам же прилетел к нему. На. Какие вы легкие. Блядь, блядь. Еще раз, блядь. На, сука. Бля, у него тоже есть шанс меня угрохать. У Кентару, у Гора и Шаукана нет такого понятия, как усиленные приемы, только X-Ray. Брекеры они тоже делать не могут. Так что супер шкала у них только для X-Ray. Эй, что это было, блядь? А теперь моя очередь. Его сильнее, я понял. Заблочил. Ой, блядь, да ладно. Сука, ну ты, блядь, рыгаешь. Что ты там вообще у себя пьешь, блядь, а? А тебе даже никакой искры не надо, блядь, чтобы все это поджечь. Ах, блядь, вот это был, сука, так и поймал. Сука, задолбал. Поймалась, поймался на ракету, да? Блядь, а я попался на его вот это. Чё ты, байбаните, ес, не удалось таки Таро байбаните сделать, ребята. Вот это тоже смешно. Вот так, всю жизнь будешь сосать молочко, блядь, понял? А мурлычет-то как. Шаокан. Байбадите на Шаокана? А теперь, блин, попробуй ему не блокируй. Не уверен, что я вообще в живых останусь, если так делать. Ну давай. Я попробую на нем не блокировать, но не факт, что я потом в живых вообще останусь. Тем более, когда он еще такой живучий. Фух! Сука, я ж присел. Так где наш Дэн Форден, а? Что-то я про него уже вообще забыл. Неплохо. Усиленно. Ты тоже попался. Ну ты и лох. Давай еще. Ой, блядь, я понял. А ты понял? Мимо. Да, вообще сектор мне очень даже нравится. Персонаж. Мне очень нравятся персонажи кибернетического происхождения. На, поджарю тебя, наконец. Да, блядь, Шаукан, с тобой так легко. Ты считаешься как бы самым таким, одним из самых таких серьезных противников вообще персонажей Mortal Kombat. Но при том дерешься как говно. Смотри, вот, блядь. Ты называешь это боем? Блядь, это уже моя вина. Нормально, для Шаукана 18% это нормально снести. Блять! Зря я это сделал. Твою мать! И все, и. Он у меня больше половины хпшек забрал. Вообще. Вот это пиздец. Самый жесткий X-Ray, который я вообще видел. Так это у Шаукана. Блять! Блять, один его удар и мне пиздец.
Сидеть, сучка. Икстрей, лови мой. Блять, заблочил. Ребята, если честно, мне страшно. Тут все так держится смачно. Есть. Попался таки. И странно, а почему байбайте на Шаукана не было? Я же вроде как не блокировал его удары. Вроде как бы. Ну ладно, не важно. Сектор посвятил свою жизнь Лин Куэй. Типа отец у него грандмастер, да? Ага, ну очевидно. Время было убрать его отца, что ли? Сектор смешал через компанию Лин Куэй гардов, как он пошел к грандмастеру. Ага, нанял несколько воинов Лин Куэй, чтобы зажать своего отца. Они ждали на него. The dragon medallion brought much power, but at a cost. Сектор ignored the warning and slew his father. Так, получается, в каком-то медальоне, вот этом, да. Есть какая-то сверхсила, что ли? Он ёбнул своего батю, получил медальон за это, отобрал, вернее, у него. И теперь, получается, считается самым мощным воином в Лин Куэй? В Лин Куэй? Я так понял, да? Статистика. Сложность эксперт. Самый быстрый поединок за 43 секунды. Раундов проиграно 1. Да, было там против Шан Цунга. Блять, ну вы видели тот момент, когда с Шан Цунгом, да? Вообще несправедливо, блять. У него... там, по идее, должна была быть ничья. Но кислота рептилии быстрее, чем моя ракета. Вот это, блять, несправедливо. Все, по идее, должно быть... Наоборот. Длиннейшее комбо 10 ударов. Да, я помню, это то, которое, наверное, 42%. Вот это было вообще, друзья, я отвечаю. Фаталити сделано... А, ну да. А то все остальное было байбалити. Ну, в принципе, понятно. Ох. Ладно. Я думаю... Я таки... Было неплохо сыграл. Конечно, многие из вас, которые смотрят это видео и смотрели, лучше меня играют. Жалко, я не могу поиграть в онлайн, потому что здесь надо Steam для этого. А я это дело ненавижу. Ну, не мое это. Но так хотел бы поиграть хоть раз в онлайне. Но придется только приглашать друзей и играть... Один на клавиатуре, другой на джое. Или уж чтоб вдвоем на джойстике, чтоб наверняка. В общем, такое вот. Да, опасно, опасно. Так и Дэна Фордена мы не увидели с вами. Опять это жалко. Может, надеюсь, увидим в следующий раз. Давно он не появлялся у меня. Вообще не понимаю. Конечно, это мелочное желание, но... Для меня, как я уже говорил в прошлом видео, это что-то... Более чем важная. Ну не знаю, веселый чучек забавляет. Я уже как играл на приставке. Вторая, третья часть на Сеге. Он там более часто появляется, ребята. Более. Особенно в Mortal Kombat 2. Только он там совсем другой. Но все равно смешно. Толсти. Блять, прикольный чувак. Ладно, большое спасибо всем, кто посмотрел. Ставьте лайки, если я этого заслужил. Спасибо всем еще раз. Пока-пока.